Всем привет! Игра Битяко. Черт возьми, реклама. Ну ладно, вы ее все равно видите. Да. Так. Лисица. Ее сегодняшний мешатель, да. Помогальщик. Мешатель. Блин, ты звук не выключил. Да, да, выключи. Мешатель Зоволекс. Будем пытаться. Точнее, лисица будет пытаться проходить. Биндин до Вайзик. Байндинг. Или байндинг. А я буду ей пытаться мешать. Так, наверное, сперва. Иногда помогать. Сменим. Да нет, запускай игру, ее можно потом переключить. Переживай. Да или там она сразу начинается. Заставка пошла, ну тогда переключай. Да. Чтобы все вы послушали. Да. Прониклись историей, да. Я не знаю, переводить-то надо или нет. Да там так, по-моему, понятно. Все, ну, в, принципе, все да. В картинках. Слушаем и смотрим. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, lord. I have faith in thee. Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. А теперь рассказывай. В общем, краткая история для котяры. Жили-были Айзек и его мама, ну или Исаак, ну мне больше нравится Айзек, короче. Айзек рисовал себя, мама смотрела религиозное телевидение. И вдруг она начала слышать голоса, которые сперва сказали отобрать у него всю одежду и вещи, потому что он подвержен греху. Потом ему сказали, что он все равно подвержен греху, тогда она его заперла в своей комнате. И в третий раз ей голос сказал, что он все равно подвержен греху, и ты знаешь, что делать. Тогда она взяла нож и пошла убивать Айзека. Но в этот момент он начал метаться по комнате и увидел люк в полу. Дверь в подвал. Да, и прыгнул в подвал. Вот, собственно, с этого и начинается игра. Нет, это не религиозная игра, это религиозные мамы. Да, там у матери крыша поехала на фоне религии. Айзек просто спастись хочет. Да. Ну... У меня здесь файл, я наиграла уже больше 200 часов в эту игру, она мне очень нравится. И у меня открыты все персонажи, кроме одного, кроме хранителя. Вот как раз Айзек, Магдалена, Накан, Иуда. Три вопроса. Ева, Самсон, Азазель, кстати, классный персонаж. Лазарь, Эден тоже классный персонаж. Он нифига себе, у меня только на коже 13 штук. Потерянный, у которого нет здоровья, и Лилит. У них у всех собственные начальные характеристики. Вот, как видите, у меня много разных. Несколько отличаются, то есть характеристики каждого персонажа. Тут здоровье, скорость, урон,
и начальные артефакты, но они почти у всех есть, кроме Аслота Зазель, там, Глаза. Кстати, по звуку как? Нас хорошо слышно, как музыку убавить, не убавить? То есть, скажите. Нет, игра по сути на одного, но на двоих играть можно. Да. Ну, я, наверное, вот у меня больше всех пройдено за Азика, как раз вот 9 боссов есть. Я не буду начинать сначала, потому что иначе я не смогу показать от начала до конца. Да. Я попытаюсь сейчас дойти до мега-сатаны, если у меня получится, конечно. Ну, там очень много условий, чтобы его открыть, так что... Ну... Да, главное, чтобы я не сильно мешал. Вот это одно из главных условий. Ну, и начну я тогда за основного персонажа, за Азика. Тем более, что я уже давно пытаюсь единственного недостающего босса. Вот. Здесь есть проклятие, кстати, на этаж, вот как раз проклятие на темноту. И появляется он. Да. Та-дам! О, реликвия, кстати, классная штучка. А у меня могут один раз ударить, и мне за это ничего не будет. А я бесполезный. Летун, стрелю. Тут есть еще вот брелки, кроме обычных артефактов. Они тоже там дают всякие свойства, это левер кабок, я не помню. Лишь граб какой-то там, то есть что он делает. Ну, есть предметы, как в Зельде, там сердца, бомбы, ключи, это все нужно, чтобы там открывать двери, взрывать. Вот есть враги, пауки, циклопия, он называется, или циклопия, не знаю. Википедию пазика я тоже уже основательно изучила. Ну как начало? Это как бы каждый подземелье генерится случайно. Да, здесь все, враги, подземелья, комнаты, все случайным образом. Единственное, что здесь есть как бы уровни. Вот есть уровень подвал, есть уровень пещеры, глубины, еще там какие-то их четыре. Ну, называются они одинаково, примерно локации выглядят одинаково, но генерятся по совсем по-разному. Да. То есть разные рандомные враги на каждой комнате. А я мог бы взять, ничего не могу подбирать. Ну да, но я могу получить удар, на смысле. А, хотя у меня один удар бесплатный. Ай, промахнулась. Ладно, можно выйти и вернуться. Тем более мы там одну комнату не прошли. Я могу взять, и убежал. Ну да, то есть создатели как-то не особо скрывают это, то, что они вдохновлялись Зельдой. Ну да, потому что оригинальный Азик вообще выглядел как Зельда, но даже интерфейс был зельдовский. Блин, зачем он за мной бегает? Здесь, кстати, мини-боссы есть вот грехи, это похоть, блин, она очень быстро бегает. Потому что она себя хочет похотить. Да, вот есть еще таблетки, ими можно закидываться. Ага. Мало того, что у меня было, так еще... Есть такие камни. Ты меня предупреждаешь, что сейчас бахать будешь. Ты же видишь, что я бомба стоит. Нет, я в чат посмотрел. Да, Слава, я ничего не умею делать, я только стрелять умею. Не, ну здесь есть малыши со свойствами, правда. Тебе попался без них. У меня какой-то простой. Если я могу только подбирать. В смысле, точнее, даже ничего не подбирать, я просто стрелять могу и это. Вот тут еще, кстати, есть разные типы сердец. Красные — это основные, они... Есть постоянные контейнеры, и красные заполняются именно ими. Есть временные, синие, черные. Синие просто как дополнительное здоровье. Черные еще когда тратятся, они наносят урон по всем врагам в комнате. Так, ну и босс. Пин. Кстати, самый простой босс. Я сейчас сдохну, один хрен. Червяк. А, отстань, червяк. Я не знаю... Ю, как с вами воевать? Я не проходил тут ничего в этой игре. Ты главное смотри. Я убежал. Я успел. Тебя, видать, волной откинули. Они на тебя огрятся, что самое интересное. Тебе в этом плане слегка попроще будет. Потому что не все в тебя будет лететь. Ты главное смотри, куда он плюет, и отбегай вовремя. Я его убил! Я последний удар нанес. Last hit за мной. Плацента. О, кстати, вот добавила мне сердечко. И она по времени пополняет здоровье на пол сердца. А, логотип перетащить, окей? Секунду. А, карту скрыла. Да, карту не видно. Ну, сейчас. Сейчас паузу поставь, подвину да, логотип. Да, первая комната, она без да, фигня, ничего нет. Так, секунду. Вот. Так, тогда. Сюда. Вот так нормально будет. Да? Нормально? Mm-hmm. Да. Да. Ну тогда продолжим. Так, с черным сердцем я не пойду потом.
Зазря терять не хочет. Да. Так, блин, я чуть в костер не залетел. Ты тоже следи, я иногда в них тоже залажу. Какого-то я чуть не накосячил. О, вот это классно. Вонючая рыба. Да, из нее мухи вылетают. Синие дружественные мухи. Блин, я ничего не могу подбирать. Я чувствую себя бесполезным. Да ладно. То, что ты не можешь ничего подбирать, это да, вот Влад заметил, персонаж видоизменяется от подбора всяких вещей. Да, и в конце мы посмотрим, как выглядит лицо Победы. Это будет ужасно. Там какая-то хрень невообразимая с глазами, не пойми куда, там рога могут торчать в разные места. А я могу вот тут сюда залететь, ну, только да. Взять не могу. Он может быть стать черным, синим, зеленым, каким угодно. А вот эту бомбу-то не убьется? Нет, она не вытаскивается, в принципе. Нет, а в нее пострелять что, ничего не будет? Нет, ничего не будет. Вот здесь бы взорвать тут как раз синий камешек. Идем искать. Будем искать. И надо с собой, кстати, носить бомбу на случай, если у меня комната ангела попадется. Да ладно, 18+, ничего тут такого страшного нет. Ну, игра это про маленького ребятеночка. Да, и борьбу с... Ой, еще один синий камень был. Зато у меня получилось. Еще больше ключей. Ну ладно. А, да, ты только костерки не подстрелить. Ну да, там бывают деньги чаще всего, иногда сердца. О, белые. Белые, ну ладно, пусть лежит. Ну да, в конце потом заберу. Да, белое сердце потом в конце... переходит в другую комнату, дает целый контейнер. Другой этаж. И либо, если два подряд подбираешь, они дают целый контейнер. А, боже. А, она у меня тоже может ударить. Конечно, она же едет, так что стой, я тебе передачу. Мухи. Мухи. Это, пожалуй, моя любимая игра. Наряду с лопатным рыцарем. Не, я нафиг. Отставить. Че, как? Куда потом? Че-че? А, чат в игру. Блин. Ну давай попробуем. Только я фиг знает, как это делается. Ой, только я что-то бэк со стартом. Так, ладно. Так, сначала подключимся. А там ничего дополнительного не надо? Да, Влад, как там засовывается? Или просто окно чата захватить и добавить ему прозрачности и все такое? Вот так, наверное. О, господи. Так а мы никак не сделаем его больше. Либо сжимать экран. Да, потом в следующий раз тогда. Ну да, будем иметь в виду. Так, здесь попробую зажать. У тебя же один бомб всего лишь. О, круто. Маленький камень, да, он урон добавил. Еще бы голову собачью, это вообще было круто. В принципе, я, наверное, возьму. Думаешь? Да. Потому что у меня два контейнера. Вот таких. Плюс один бесплатный. Сейчас туда не пойдем. Да. Ух, ужас. Ну, а, у нас денег-то нет. Да, я знаю. Я вернулся. Ничего себе. А, смотри, у меня тоже красные стали. А, значит, тебе тоже значит, добавили. Значит, все эффекты, которые на тебя действуют, на меня тоже. Блин. Вот, собственно, черное сердце, нанесло. Ауч! Он резкий, а что? Ты тоже не ранил. Ты можешь удар один получать. А теперь получил. Видно, все эффекты тебе передаются. Блин, оно резкое, как... Ну, оно и есть, это оно. А еще больше здоровья. Возьми мне половинку, я не могу. А я... О, я могу тебе брать сердце. О, круто. А, если у тебя, значит, полное здоровье, мне да, я могу тебе давать. Нормально. Так, ну вроде здесь все. Единственное, можно вернуться. В магазин, можно сказать, а смысл какой? Не, я имела в виду вернуться в эту кусачку. Ладно. Ты будешь из нее выходить, ты сердце белое потеряешь. Ну, у меня половинка синего, а туда бы я зашла с этим, с реликвией. Подбородок, с яйцами. Почему? У кого? А, это сердце снаружи. Я же подобрала сейчас артефакт сердца, но не добавила здоровья. Так, а это что-то вроде комнаты вызова. А, не совсем. Ой, оно меня в комнату дьявола перенесло из-за этого. Да, вот, ну. Я костры буду ломать тогда пока. Давай, они тоже стреляются, кстати. Это... Господи, какая же. Крампус называется. Кстати, антагонист Санта-Клауса. Твою мать. Беги. Ну ладно, я умру тебе сердце. А я тебе все, кстати.
Но меня опять попали. Да, это серое, ну, не помню. Это было неожиданно, я не знала, что этот сундук меня телепортирует в комнату дьявола. Аккуратно. А я успел? Нет. А я успел. О, было прям все. Кстати, прикольное оружие, оно в четыре стороны серы вставляет. И тем более, теперь бы нам сердечек с тобой набрать. А, кстати, здесь не началось битва-то. Несмотря на то, что я сундук открыла. Так вот она закинула. Из места битвы сюда. Чё, будем биться? Или пойдем похватим? Ну, смотри. Ну ладно, сейчас просто убогу соскую. Думаешь? Да. Не думаю, я знаю. А, боссы появляются только уже на более вероятных уровнях. Это что за мусы? Это на рыбе, по-моему. Блин, он в меня попал. О, кошачья голова. А блин, вот это вот... Что лучше, крабс или кошачья голова? Не знаю. Ладно. А я умер, тем не менее. Так вызывай новую. Так я у тебя опять здоровье украду. Ну что, у меня так 5 сердец. А, ты половина. А, Боузер! Ты всегда рандомно уберешь, что ли? Да, я так для прикола. Ой, я вот в яму, короче, встану. Да как он летает? Ну какая разница, ему еще выпускает. В яму, там в яму. Плацента, кстати, тебе тоже пополняет здоровье. Ой, вот этих ненавижу работу. Да, подлючие, да? Ну, кстати, хорошо, что он на одного из нас отвлекается. Да, второму это... можно плеваться. А чё она где летает? Муха-то далеко так. Она по стенам летает. Так. Да это стрёмно. Ух ты, кнопку нажать. А я уже тут, а я уже тут. Ой, не хочу. Это ужасная вещь. А я Боузер зато. Молодец. Микро-Боузер. Вещи не все хорошие, есть и очень не сильно полезные. Нет. Да, некоторые я даже брать не хочу. Эти подлючие плаксы, они бегают еще. Так, плюются всякое время. Таблетка нам не нужна. Это не таблетка, это брови. Подожди, подожди, я там какаху несла. Господи, господи, как они плюют. Я чуть не сдох. А хотя бы нас в один раз можно ударить бесплатно. А, это не такая какаха, она темноту нагоняет. Тут еще и какахи бывают разные. Не все какахи одинаково полезны. Вот золотая ничего. А это, кстати, она ошеломление врагам дает. И радужная такая нормальная. Да, и радужная еще. Радужная вообще зачетная. Единорожная. Какашка единорога. Так, еще одна. Тарика. Какая-то муха бесполезная. Ну, она по стенам ползает, в принципе. Она бесполезная. Не знаю. Вот если еще пару каких-нибудь мушиных артефактов, я тогда буду вивзиво. А, как это? Это длинный червяк, я стрелять буду дальность? Очень далеко. Ну я тоже, помнишь как? Ну да, пусть так это будет. Что-то монет нам почти не выпадает. Да. Так, что-то я в дверь попасть. Вот сейчас муха была бы полезна, если бы она летала где. Ну, она ее, по-моему, убьет. Ну, она сейчас чуть доползает до третьего. Это ключ. Так, это ключ упал. Музыка тут еще голова очень выпала, поздно. Но это другой, потому что другой предмет взяла, он червяка. Но это... Голова выбросилась. Да, это брелоки, вот, которые просто валяются, это брелоки. О, еще эти зомбаки. Да, отстаньте. Они догоняют, так что стреляют. Я заметил. Что-то они за мной как бегут прям резко. Еще и какаха осторожно. А я в другую спрячусь, какаха. От одной какахи в другую. Так, ты там что-то сделал. В смысле, костер потушил, только не знаю, что там будет. Там, по-моему, да. Монетка. Микробоузер, вперед! Тут мы посмотрели этих дополнительных персонажей, что-то около... 450 штук, да. Вот этих вот микрочувачков. Создатели вообще не поленились. И игра, конечно, зачетная вообще. Не пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Так, шумлюк. Что, шумлюки? Красная фигня какая-то.
Я не знаю, что это за фигня. Да, я тоже не помню. Она знает, я не знаю. Я не знаю, это в Afterbirth уже появилось, я не успела попасть. Гадские гады. Да, только они еще уже и не ходят, по крайней мере. Так, половинка. Так, пригодится. Что-то у тебя кристаллина продавлена на твоем любимом жесткости. Но он больше всех используется. Хотя я крестовины на нем не играл особо. Смотри, давай бочку сломаем. Да зачем? Да просто так. Все, бабах! Так, где мы еще не были? Ну, там еще не... Да блин, я что-то... Так, бомба есть, в принципе, можно за сундуком сказать. У меня есть... А, нет, надо. Там такая тролль-бомба. Да, здесь еще есть тролль-бомбы выпадают. Да, они сразу взрываются. Ну, или из врагов. Да, враги их призывают, сами можно их призывать, там, если артефакты определенные делают. И причем есть некоторые, которые на месте стоят, а некоторые, которые бегут за тобой. Ну, которые побольше. Так, ну я вспомню. Здесь может быть комната. Я могу их потушить. Не все, но могу. Нет, ты не сможешь сейчас ко мне их потушить. Ну, не за всех, а вот так могу. Так, можно проверить, есть ли здесь секретная комната. Да, здесь как в Зельде тоже стенки можно ломать. Вот. Там комнаты. Сколько таблеток? 4 вот, да? Рейндж там замечательный. А хотя все равно до конца комнаты доплевывает. Ни одной хорошей таблетки нет. Накачалась таблетками. Тут, видать... Не все так просто с матерью Айзека, иначе откуда здесь столько таблеток. Еще и здесь шприцы попадаются. Только проверю рисунку. А мы здесь комната пошли. Так, костерки. Да, красный в первую очередь. Ну ладно, хотя бы один удар можно получать. Да, это еще полезно. Да блин, я чуть не могу с этой крестовиной, не отвыкла. Не привыкла. Так, мы еще на том конце комнаты не обошли, пойдем. Можно стиком поиграть. Не знаю, мне стиком нормально. Я не привыкла к стикам. Наверное, с кристаллом. Да, мужика можно было взорвать. Но бомб не так много, поэтому лучше поберечь. Одна нужна будет. Хотя бы как минимум. Да, если я попаду в комнату ангела, чтобы получить... О, это здесь будет два босса. Да. Двойные приключения. Эй! Ну зато и артефакты, это что за... Бурбулятор какой-то. Ну это реактивируемый, я не хочу кошачьим идти. А это идет на здоровье. Ну, малыш. Нет, это не малыш. О, вот это можно взять. Горящие есть. Да, слезы. У меня тоже. Они взрываются, так что аккуратно. Пью-пью-пью. Эти мухи тоже вырываются. Здесь все взрывается. А, как это... Экзотические животные, животные, которые взрываются, танцовщицы. Танцовщицы, которые взрываются. О, господи, какие хреновые. Было страшно. Главное, вот этого придурка забить, а то он будет плеваться червяками. О, опять белый, ладно, потом. Ух, такой даль переться здесь. Да ладно, чё? Ну ладно. Потому что... Лишний раз сходить не проблема. Не факт, что я двух боссов без повреждений. Так вот именно. Я-то все равно умру. Ты вроде долго уже Боузером держишься по сравнению. Боузер тащит. Да. Вообще шикарно. Здесь очень много отсылок к разным играм, не только старым. О, господи, вот это будет жестко сейчас. Это чума. Чума! Блин, она появилась какой-то херней. Не, ну меня не ударило, я убежал. А меня ударило. А, я пою паукана убью. Да, что-то он какой-то жесткий. Эй, паукан. Он обычно мух вызывает, а тут что-то паукан пошел сделать. Пауканы сами в костер прыгают. Как мы его круто зажали, мы его прям шпехаем. Да. Как говорится, дабл пенетрейшн. Кубик мяса. Отсылка к игре Meat Boy от создателя этой же игры. Пошли за белым. Или, а, нет, нет, еще один босс. Да, точно. Чат. Шат. А этот, кстати, чувак будет потом давать сердечки. А, я в камень, короче. Если что, я буду от камня танковать. Да. Он, кстати, уменьшается по мере того, как его бьешь. А это от его сейчас и можно забрать же будет. Да, вот сейчас он появится. Вот. Он дает по пол сердца там тоже по времени. Все, пошли за камнем, за сердечком. Да-да-да. Три кубика собираешь, мясо, получаешь мидбой. Четыре, получаешь мидбой. За три тоже уже будет мидбой, но он такой будет бегать, кусаться, а четыре надо, он там
полноценный был тоже. Такой здоровый велик. Я только девочку пластырь собирала из той же игры. И то так случайно потом получилось. Когда я Лилит играла, у меня есть коробка друзей, артефакт. Он удваивает. И я пока с этим сатаной дралась, я, по-моему, 4 раза их удваивала, что ли. Тогда я собрала девочку пластырь. Я когда хожу по пустой карте, иногда смотрю именно на карту и упираюсь в какую-нибудь яму и думаю, что-то я не продаю. Что-то я не иду, да? Ну что, идем на следующий этаж. Что-то, походу, мы не попадаем к сатане. Да, что-то у нас ничего не выпадает. Не попадается. Да и прокачка так, не сказано. Блин. Так, неизвестный здоровье. У меня 5 должно быть, да? А у меня... Угадай, сколько у меня! Вот этот гриб, что-то я... Глюциноген какой-то. Он мне не очень нравился, по-моему. То ли перемешивает статы все, то ли отнимает урон. Ну, молодец, и как она называется, какой у нее номер-то в маршрутке. А, я видел, кстати, от Парнаса до Гражданки, 139 номер, по-моему. Этот чувак об стену бьется. 404. Ой, я вот сюда стану, она мне не ударит. Она тебя может схватить, не стой, она где угодно тебя может схватить. Это печалит. Слава богу, она тут одна, это бывает до 4. Откуда, правда? У нее 4 руки. Какой он стромный. А ты что, ключ не взяла? Я не могу. А, она меня сейчас затягивает, а мне пофиг. Она меня не бьет. Ну да, ты летаешь, потому что... Где ключ забери? Где? Да как я его заберу? Я-то могу! Ты можешь, но не можешь. Ограниченное существо. Твой Айзек. Айзек, ну, у него крыльев пока нет. Теоретически он может получить. Господи, какой он чумовой. Ну, я пока жму, он заряжается, а потом он в стену бьется. От своей бесполезности, так и я, наверное, в стену забьется. Ну, почему? Ты стреляешь, это очень даже полезно. Там сердце. Там ключ, а там... Там ключ. Не ключ, да. Там везде ключ. Так. Да, Влад, ты прав. Здесь очень много его самого. Кого? Ну, говно? Да. Я не подумала. Да. Ну, как я поняла... Знаешь, сделку я вот так. Подожди. Вот. Ты артефакт закрыл. Чем? А, этой фигней, ну давай. Вот. Так вот, что ли, ниже. Во. Теперь можешь спокойно это слово говорить. Я не думала, что оно так зацензурено. Оно просто немножко некрасивое. Да, некорректное. Ну, как я поняла, здесь, в принципе, создатели не очень распространяются про сюжет игры, они вот все, что выдали. Остальное, можно додумывать. Блин, меня ударило. И как мне кажется, что, в общем-то... Возьми сердечко, может, меня ударили, нет? По большому счету, это воплощение всяких детских страхов и все такое. Да, и, кстати, все персонажи, которые доступны, это все Айзек. Ну да, потому что они выглядят одинаково все. Просто что, шайбу не можешь пройти? Ну, не, лучше не будет. Человек. Длинный. А, это тоже этот брелок? Да. Так, что-то густое. Все вещи, которые не брелок, они на камешке появляются. Ну, порнография, не здесь знаю. Здесь про порнографию. Здесь рисовка того не располагает. Да ладно, пикселястые сиськи тоже можно накорякать. Ну, их здесь нет. По сути, игра про маленького мальчика, который пытается спастись от матери. И уходит, походу, в мир собственных фантазий. Ну, вот это мне так кажется, я не знаю, как на самом деле. Ушел в себя, да, вернусь не скоро. Это все просто раскрывается, как по мере прохождения. Там в конце есть ролики. Ну, я вам их всех могу показать, конечно, они у меня открыты. Ну, у меня будет только финальный, и там показано, что все это ему кажется. Битву? Ну, давай. Биться, пойдется. А, меня что-то съели. Он прям появился во мне почти. Встань. Они прозрачные. Ну-ка, похер.
Ой, хорошо, что костры, кстати, остаются, они обжигаются. Так, нет, сердечко заберите. Значит, тебя просто монету ты забери и куда-то ушла. Во. А, огнем не будет. Здесь еще в Afterbus появилось дополнение с жадностью. Если успею, я, может, вам покажу потом. Ау, меня ткнуло. Это вообще другой режим игры. И вот там, кстати, можно открыть еще одного персонажа, которого у меня еще нет, а всех остальных я уже открыла. А вверх мы что, туда влево там не пойдем? А мы здесь тут, что ли? Да, походу. Вон там влево там не пойдем. Я не вижу, мне как просто показалось, что здесь он не был. О, ну, попрошу. Так, тут меня не взорви. Блин. Мало. Еще бы так, чтобы его не взорвать, его тоже можно взорвать. А он может какую-нибудь прикольную фигню не дать. А у меня всего 3 монеты, я не думаю, что он а может. А вот за 3, может, он не даст? Не знаю. Ничего он не дал. Жаден. Блин, а вот тут еще камень синий. Жаден, капец. Попробовать его взорвать. Он получился. Ну, хоть так. Все. Там магаз внизу. Так я все деньги отдам. А, ну да. Нет смысла ждать. Хотя бомбой можно там этого убить. Либо эту. Нет, ну, бомбу лучше поберечь. Да, не больше 2 монет, нифига. А вот там, слушай, внизу. Ну тут как бы внизу, счет. Внизу рядом с сокровищницей там. Да, мы не ходили туда, там темный. Тут как бы счет идет в обратную сторону, потому что из-за того, что мы ничего не делаем, мы очки не получаем, и счет сбрасывается. Якобы. Только я не знаю, зачем ну, так сделано. Медленно, да. Ну, очки здесь ничего не решают. Здесь единственное, есть таблица рекордов, она там по сетке обновляется. И там можно ЧСВ свой покешить, а так она больше ничего не дает. А можно или в инструкции тоже его использовать. А что он дает? Ну, в скрытой комнате тоже покажет. Не, давай, наверное, на следующем тоже его используем. Да не знаю, а они обычно не успевают, очки кончаться. Ты все время кого-то убиваешь, очки даются. Ну да, они... Ну, наверное, если кончится, тоже ничего не случится, потому что игра, она на очках не завязана. Тут главное пройти. Да. А как бы очки там, это дело десятое. Монстры. Ну, так, понятно, с ним на одной линии нельзя. Да, ну с ним по горизонтали на одной линии. Да, он меня все-таки попал. То, что я сказал, я то и сделал. Я молодец, я умер. Сейчас. Бузер всегда в наших сердцах. Да. Сейчас я перейду на другой уровень. Блин, я тоже получилось. Возьмешь снова. Я, в принципе, сейчас, наверное, могу, да? Да подожди, я же не знаю, сколько мне это. Да. На Боузерс навсегда останется с нами. Да. Как и дольше всех проживших. Да. Первый из них. Первый из многих. А? Блин, у меня здоровье, кстати, отличилось. Плацента классная штука, правда, она очень редко срабатывает. Мясо, можешь брать, у меня добавилось. Ну, он синий еще, еще половинка. А, кстати, красный у меня синий. А значит, я сейчас синий заберу. Так, что? Блин, я не успела. Я не думала, что ты будешь сейчас. Но я не думаю все-таки, что эта игра 18+. И... Нифига, у меня 2 сердца. Круто. И ты оба синих моих забрал. Да, я тебя обокрал. Пойдем. Ой, тут эти... Встаньте. Где они? Я их не вижу. Вон, за мной бежит. А второго уже убили? Да. Ай, ёлки-палки. Ну, ну да. Ну, бывает, что ничего хорошего здесь не бывает. Бывает, что нету ни хрена. Да. Так, здесь а тоже. Я-то чё бздю? Ну, ты ничего летаешь, не будет да. Со мной. Ну, уже пошли боссы. Алло, а что они по ямам-то лазят? Потому что они летают. Да это ж червяк, как он может летать? Ну это холл этот пустой. Что-то как-то жестче стало. Может, эти враги за двоих? Не появлялись здесь. А, около меня тоже мидбой, кстати, я у тебя его забрал. Здорово, а кто меня защищать будет? Сама тащи. Пошли тогда. С мини-боссом драться. Так, он разделяется, так что, наверное, надо будет одного выбрать. Хотел? Сейчас. Так, заклюю.
блин, добра у меня не двое. Придется тогда автомат. Ау, я получил. По щам. А, ничего пока, я тебе не стремлюсь. О, это плевалка. Не, я... Мухов. Голову не отдам. Голову не отдашь? Да. Стенка. Кнопки вообще, ну, там, о, как раз, а у меня нет. Да, как раз. Блин, а там можно было мух защитных выиграть. Я у тебя тоже их украду. Офигенно. А, я не могу их кастер смазать. А, эти, да, их надо подрывать, не сбывается. Пулемет! Же слезомет. Слезомет. Как посмотреть? А, надо вот эти убить. А они появляются. Ну я тебя прикрою, буду убивать их пока, чтобы к этому могла заходить. Две монетки. Может, что-нибудь выиграем. Хотя, наверное, походим, а потом подходим. А на две ничего, наверное, не дадут. Ну, рандом, фиг знает. Может, попадется, может, не попадется. Что-то сердец выпадает дофига. Да, только что-то как пока без толку. О, какая здоровенно мушиная фигня была. А, по-моему, называется лев, что ли? Да. Мухолев. Быстро. Мы с тобой как-то быстро их заплевываем. А сколько сил у нас? ОВМ. Сила? Сейчас посмотрим. Три. Что-то... Ну, на двоих три, это да. Достаточно. И мы их два ствола. Да. Сердец на карте раскладывает. Так, берегись. Маман где-то. Да. Бери, вот он. Еще. Не схватила. Да, она принесла в соседнюю комнату. Интересно, если тебя схватит на собой, перекинет. Жалко, правда, что ты перемедленишь. Да, то я мог бы тебя много насобирать всякого. О. Так, да, в принципе, иди, ладно. А обратно? Так там сердец херва гора вон накидан, на карте заберешь. Красный ты. Блин, не получилось. Красных ты уж соберешь, что там. Ну да, и чего-нибудь, чего. Тут же ты жопа, да? Сосранец. Иди забери, ну там есть же. Уже, кстати, по целому. Так меня тоже, кстати, одним ударом убили. Монстр-то. Ну они чем дальше, сперва отнимает пол сердца. А потом целые. Жадные, блин. Нифига не денег. Ой-ой-ой. Убегаю. Жалко, что ты и кнопки не можешь нажать. Я убегаю. Я не убегаю. Все. Блин. Они иногда распадаются. Вот, как сейчас. Отмычка. Отмычка. Это сундуки золотые будут открываться. Смотри, надо не надо. Ну, стрелять далеко, это прикольно. Ладно, пошли. О, мы уже не видим, кстати. Да. А я что-то счет уровнем потеряла. Что-то мы быстро добежали. Ну, на мегастану мы уже не попадем. Да. К сожалению, полную концовку с последним крутейшим боссом не сможем показать. Можно будет еще раз. Потому что мы его не нашли. Если что, можно будет тогда еще один забег. В принципе, да, о чем мы тут играли полчаса все. Ну а один забег у меня всегда уходит. Ну вот 40. Максимум полтора часа, больше не бывает. Да блин, что-то рвануло. Слезы иногда взрываются. Хорошо, костры горят, и она обнимает. Так, куда пойдем? Сейчас выбираем, идем в храм или в ад. Показать вам сатану, да, или другого босса. Рай или ад. Ну, сам тут храм скорее, да, чем. Ну, тем не менее. Ну, выбирайте. Выбор за зрителей. Сатана, Сикей сказал. Кто еще что хочет? Оба легкие. Ну, сатана чуть-чуть посложнее. А в храме, да,
Ангел сильнее? Не, нифига. С хорошей защитой там вообще нифига. А я у тебя украл битбой. Ну, ты потому что... Ну так чё, идём к сатане? Ждём ещё минутку и, как сказал Сикей. Так, пока сердечко. Да все равно и туда пойдем. А, ну да, если. Пошли тогда к сатане, потому что ключ мы не собрали. А какая разница, открылся бы либо в темной комнате, либо в сундуке, по-любому. Сатану, ну и вот я взяла негатив тогда. Идем к сатане. Сатана тут, кстати, довольно миленький. Не очень сложный, но сложнее, чем ангел, на мой взгляд. Там, кстати, босс не совсем ангел, но потом увидите сами. О, господи. У тебя, походу, опять слеза взорвалась. Да, они вырываются. Не, они периодически вырываются. Это нормально. P2. Я это, ушел. P2. Экран большой. Комната. Так, это уровень утроба. Странно. Отстань от меня. Получается, что Айзек как бы сразился с собственной матерью, и сейчас мы символически идем разбивать ее сердце. Внутри мамы. Да. Типа он считает, что раз он ее так предал, значит он разбил ее сердце. Не, ну на двоих так урон достаточно хватает. Ну да. Еще этот летает. Ты, походу, еще ни разу два удара подряд не получил. Да. Говоришь, буду мешать, мы молчим. Только Боузер умер. Кстати, надо, может, попробовать что-то. Он всегда с нами. Мы помним тебя, старик. Я бедно. Ты бомбу сдвинул. Я тебе какой-то кубик подвинул. И она меня взорвала. Здоровье не потратить. Ну, удачно, что у меня есть ревиковый. Оказывается, кубиком могу двигать. Но он твердый, да. Он и урон по врагам же наносит. Блин, а эта фигня подвинула этот. Стреляющий этот. Маленький. Был неожиданно. Кто бы знал, как капец. Вот теперь тоже знаешь. Не, я знала, что мидбой задевает предметы. А я аккуратно, они серые плюются. Я заметил. Ну, потому что меня попало. Я не успела тебе сказать. Ну, там заметно, у них такие красные потеки на морде. Знаешь, я как-то не успел обратить внимание, в меня сразу полетело. А эти чады не стреляются. Чады не. Меня тоже полетело. Монеты тоже разные, кстати. Вот это, по-моему, 10. Нет, 5. 10, значит, белое. Это главное. Что сердец дофига. И ни одно не прикажется. Почти. Еще как-то ненадолго. Потом начнутся комнаты с одними боссами. Ну это уже там. Темный комнате. Так, а если сейчас костер стану, меня ударить, да? Не, это наша, он не бьет. Че, не можешь взять? Не можешь? Я тоже не могу. Слезы наводящиеся. Только у тебя. У тебя не сделал? Ну, я карту использовала, может, поэтому. Что-то временный эффект, только надо напомнить. Вот, ничего не произошло. Что они все в меня? Не знаю, это, наверное, интересно. Так, меня уже били. Второй, сейчас еще появится. Больше появится. Вообще, ой, блин, нифига себе, меня рвануло. Пукан рванул, да? Не знаю, что. Какие последние? Их по три здесь появляются. По три набора врагов или по три? Фига, он в костер встал. Все время его бил и снова костер. Я так чуть-чуть попадал. Что там Славка пишет? Да, помощника, который забирает красный.
Был бы здорово. А, этот темный бездельник он называется. Dark Bomb. Или бомж. Я не знаю, как правильно перевести. Да, он был бы вообще крутой. С ним вообще легко проходить. Тем более, что вот этот вот красный мне дает половинки красных сердец. И они так друг за другом. Один забирают. Кидает, другой забирает. Да. Еще прикольно есть бимбом, по-моему, называется, который жрет монеты, по-моему, таким крутым становится. Взорвался. Тоже в костер слез. Заплевали. Так, там еще, по-моему, остались или нет комнаты? Вон там одна напротив, да? Это вызова. Да. Да, 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 есть это. Так там, наверное, уж ничего полезного нет. Вдруг. Еще стреляли туда. А, фига резки. Что я даже эти секретные комнаты не ищу. Ну тут они как-то стали посложнее прятаться. Раньше я легко вообще вычисляла. А чем дальше проходишь, тем сложнее найти карту. Около большая. Босса, по-моему, можно. Около босса нельзя, видишь? Там всегда... Тут вот нет, ты не пройдешь. Простой секретный должно быть из всех и нескольких комнат выход свободный будет. А из очень секретного сложно найти. Там она наоборот должна только одной стороной прибегать. Мамочкин жирок. Ну, шипы. А, мне вот. Ну да, ты летаешь, тебе в почек. Ой, мне как-то удача улыбается. А еще там костров надо кидать. Очень сильно напоминает босса из Counter-Hardcore, который скелет такой сверху там строит какую-то херню. Так, продолжаем. Все ниже и ниже. Да. Ну, пол, это редко появляется ретро-сокровищница с лесенкой, да. Как в Зельде, вот. Точно так же. Очень редко. Это надо все буквально камни простукивать, чтобы найти. Так. О, хвост. Хвост. Тот что-то на удачу как-то влияет. Я не помню. Нет. Видишь, проклятие. А, проклятие точно снимает, проклятие. Бегай! Поздно! Да ладно, я все равно. Блин. Я все равно, да. Да я говорю, уже все равно. Тебя могло бы сейчас 3 синих сердца. Ты в итоге все потеряла. Ладно, я пойду проверять. А, там всякая фигня. Проверила. Ну ладно. Забери хоть одно. Сейчас еще раз попробую. Да бомба его догнала бы в сторону. Палки, все, пошли пока. Все потеряла. Да ладно. Лай две похоти сразу. А я в камень залез, мне все равно. А я что-то... И что ты тут стоишь? Он тебя караулит, ты понравился. Ну ладно, подожди. Вторая... А, нет, она обошла. Иди, встань, она отстреливай спокойно. Она, наверное, на меня отключилась. Блин, она взорвала. Да я не специально. Слезу подорвала. Я не регулирую. Она все равно за мной бегает, по-моему, больше. А, вирус. Теперь травятся, когда ко мне прикасаются. Сердечко забери. Все забери. Да. Надо было половинку оставить. Тем более. Пауки вообще резкие, такие противные гады. Меня опять один раз ударило. Не круто. Ну ты летаешь, тебе легче. Да. Может меня за Зеля взять в следующий раз? Хотя может... У него оружие не сильно удобнее. Ну да, но по мере прокака, блин. Ну, можно, если честно, если хотите, в следующий раз выбрать какого-нибудь другого персонажа. У меня там, кроме хранителя, все открыты. А я когда спрятался, не стрелял. Ну, начал веселить. Хитрый ты вот. Да. Пол можно, говорит, сломать. Где-то три сердца прототава. Словка говорит. Нет, пол можно ломать только в спальне. Это совсем другая комната. И она открывается бомбами, а не ключами. Ух!
Уж мне, Слав, можешь не говорить, 260 с лишним часов в эту игру. Да, она задрочила больше, чем ты мог себе представить. Чё там? Бахнуть, говорит. Да нельзя там просто так. Блин, вот эти глаза стрёмные. Не, они быстро, кстати, убиваются, но они очень мягко стреляют. Ну вот я поэтому говорю, что не стрёмные. Вот эти нервы, они вообще ничего не делают. А я уже удар получила. Собственно, же с глаза, блин, еще и летела вчера. Мешочек. Уже какой-то злобный ты. Потому что я это мясо сожрала. О! На 15 минут есть. Так. Что, дай что-нибудь. Дай что-нибудь. Попрощай кого-нибудь. Чё жадный ты такой? Завтрак. Все, что здесь похоже на еду, оно дает дополнительное здоровье. Иди возьми еще сердце. А, ну да, идем как-то по порядку, в смысле? Примерно туда. Но опять анус волосатый. По-моему, это тоже опыт, похоже на рыб. Они похожи на анусы, значит, это анусы. Гуска какая-то куриная. Эй, нифига подлез такой, вылез сзади, взял, стрельнул в меня. Ну, они такие, блин, этого отнесло взрывом, прям на меня. Этот синий, он что-то дает должен. Или он по щам он нам дает. Ну, это тоже. Он, скорее всего, да. Вон, иди, что там за половинка подлялся? Там, где? А, у меня внимание, внимание, как и память. Да-да-да, ну, анус это у меня есть, сфинктер. Ой, чуть я на эти не спал. А я могу. Ну, ты-то летаешь, ты-то читер. Нет, да? Я особенный. Так, блядь. Тут уже карта здоровенная. Зародыши. Я вот так. Блин, он нас зажал там, я даже не заметила. А, еще одна. Тупенька. Че у меня такое? Че-то я, походу, далеко не уйду. Ты еще у меня единственную защиту забрал. Ну, давай я поменяюсь. О, буду. Идя. Это бомбермен. И все равно мидбой у тебя по каким-то причинам. Ну давай поменяемся, подожди. В смысле, да это не от того зависит, мне кажется. Во, вот. Вот этим веселеньким буду. И у меня опять два синих сердца. И опять мидбой. Ну, видимо, он. Погоди, я хочу рандомного опять какого-нибудь. О, весы, это, кстати, есть такой артефакт, весы. А что он делает? Ну, он уравновешивает все показатели там. А я чего уравновешиваю? Не знаю, может просто оценка типа. О, черное сердце, красное сердце. Я у тебя его тоже сейчас заберу. Так, подожди, я восстановлю эту свою ударопрочность. Стань был тролль бомба. Так, мы до босса дошли. Че, пойдем в другой конец карты исследовать? Ну пойдем, посмотрим, что. Так, я, по-моему, пробежала. Нет. За картой не совсем видно. Я ее и так стоит на максимум прозрачности сделала. Ну, там комната это убийство. Да, она закрыта. Это мы, наверное, которая на ней не здоровье. Блин, ты меня опять что-то попало. А, вон там еще на привязи, который был. Еще один. Так, комната, ну это, видимо, не такая. Да. Да, не закрыто. Так, она стукнулась. Нет, она была какая-то подозрительная. Да. Так, все.
шипами мы не ходили, да? Ну, я с черным сердцем не буду. Да. Ну, значит, пойдем разбивать сердце матери Айзека. Эй, ну что я... Там какаха красная. Там горящая это. Я ее не заметила. Опять же из-за карты. Иди, я прикрою. Попробуй что-то сделать. Ох, капец. Блин, тут визард. А на меня не действует, ха-ха-ха. 40 секунд он действует, будешь ждать. На меня не действует, ха-ха-ха. Ну, сам будешь сердце тогда забивать в одиночку, пока у меня не пройдет визард. Смотрите, так я белый, так я черный. Я самый политкорректный персонаж. Давай, давай, не проходи. Русский визард. Что Славка там пишет, пишет все. Только голову. А, это ножницы, чтобы башку себе открыть. Ну, не, ножницы на одну. Гильотина дурацкая, потому что голова кружится вокруг тела, и я зачастую не могу нормально ориентироваться. Есть какой-то? Или просто крылья тоже классные, там какой-нибудь, либо демон что-то. Так, я один глаз сломал. Я еще глаз сломал. Сейчас пустится, бей в сердце, потому что я, мне надо будет уворачиваться. А мне не надо, что ли, уворачиваться? Она меня тоже... Блин, она меня бьет. С одной стороны прикрывает. Но тем не менее в меня попало, у меня одно сердечко осталось. А ну, кстати, у тебя же по два сердечка, видимо, чтобы уравновесить, что ли. Так, у тебя было одно сердце, ну как бы два удара. Все, я убью. Бери другого, у нас второй, по-моему. Рандомный чувачок. Вау, какой-то скелет. И опять умер. Ладно, не буду брать. Ну, ну ладно, сейчас я его добью уже скоро. У меня так хоть чуть-чуть там не бой подпадает. Черное сердце откуда-то что выпало. То ли из-за хвоста, что ли. Я не помню, что такое передает. Какое-то вот такое странное сердце у меня. А, it's alive. Оно после 10-го, что ли, прохождения или какого там сердца. А, ну это такое. Да блин. Ну, аккуратнее меня уже чуть-чуть осталось. Чёрт! А я его убила ведь. Ну да. Докажи теперь это. Запись? Запись, запись. Потому что здесь здоровье пропало. Ай, ну что, это был неудачный забег, я вам даже ад не показала. Чё, мы перезапустим стрим или продолжим? Да ладно, потом, что такое? Чё перезапускать-то? Ну тогда теми же и там же. И рандомный чувачок. Ух ты, это из пакла на призе. Ну, а кто говорил, что я хорошо в него играю? Это просто моя любимая игра. Наряду с лопатным рыцарем. Здесь можно, кстати, попроверять комнату. Не найти. Так рванулся, как будто бы возьмешь. О, я надеялся. Это рвотный корень? Нет, это не рвотный корень, я перепутал. У меня тоже как-то через раз. А, ну, напомню, что одна обычная, а она красная. Блин, если бы был рвотный корень, было бы круто. Он это плюет каплями взрывающимися. А, говорит про чувака с удачей. Про чувака с удачей? Да, взяла бы. А, этот... Кайн, по-моему, или Кайн. Ну, не знаю, по-моему, Элен крутой сам, он с двумя предметами начинает. В принципе, можно в следующий раз на него начать. Тогда с большей долей вероятности куда-нибудь уйдем. Ну да, ты пофиг, что у меня ранен. Сейчас возьмешь сердечки, остановлюсь. А где я его тебе возьму? Ищи. Подожди, подожди, есть. Вот камешек синий. Замечательно. Да я вазу подорвала случайно. Хотя можно было их не бить, а уходить. Щи мне сердечко, я спас тебе жопу.
Теперь ты мне. А я там что, еще одну комнату еще не дошла? Да. Чё такая невнимательная-то? Батарейка не подойдет. Ну да, можно куда-нибудь вставить. Там магазин только остался. А я тебе на одну монету ничего не куплю. Или кусачу. Ладно, пошли. Ну пошли, вроде проверим. Я постараюсь не умереть. Ну, умру так, появлюсь на ней. Но уже другие. Ладно, ничего не так. Вернусь на другие. Теперь будешь всегда рандомно играть. Да, прикольно. Голод. А, я квест отдал. А, я аккуратно этот бешеный какой-то. А я в камни могу прятаться. Ну только стрелять ты из них не можешь. Да. Тебя не серо, смирись с этим. Я запрещаю. А тут есть, по-моему, малыш какой-то серый или слайдер. Меня это затоптало. Простых, по-моему, нету серых. Это которые дополнительные. А, вот. Ну ты, кстати, можешь выбрать этого, который стреляет молодящимися слезами. Я так и думаю, что у меня сейчас разговоры. Блин, ну что-то я чем дальше, тем хуже начинаю. Могу другого персонажа выбрать, если хотите. У меня нет, кроме одного. У Магдалены 4 сердца, она очень медленная и не очень сильная, но начинается со стартовым артефактом, который пополняет ее сердце. Вот у Каина как раз есть счастливая нога. У Юды всего одно сердце, и, наверное, ты не сможешь появиться. Хотя, может, со временем контейнера. И у него есть книга какая-то, не помню. У трех вопросов нет здоровья постоянного вообще и быть не может. Он начинается как я довольно бесполезный артефакт. А остальные характеристики у него примерно такой же. У Евы два сердца, мертвая птица и... Блин, не помню, как этот артефакт называется, но, в общем, когда остается минимум здоровья, она в демона превращается. Не вавилонская шлюха называется. А, точно. Я просто не вчитывалась. Блудница вавилонская это называется. Называем вещи своими именами. Самсон. Он самый, кстати, не самый сильный, но он самый мощный. У него еще это кровавая месть. По мере того, как у него накапливается на этаже урон, в смысле полученный, он становится сильнее. У Азазеля тоже нет постоянного здоровья, но он может его набирать. Он начинает с тремя черными сердцами и стреляет серой, правда, недалеко. Еще у него крылья есть, это очень приятное дополнение. У Лазаря все характеристики приблизительно как у Эзика, но у него есть дополнительная жизнь. У Эдена все статы рандомные, вообще все. Вот, и у него, кстати, два артефакта случайных на начальном этапе появляются. Потерянные у него нет здоровья, вообще он на одно касание играется. И остальные статы тоже примерно как у Азика, и D4 артефакт, он, по-моему, то ли этаж перегружает, не помню. Ну, у Лилит, вот Инкубус, она сама не может стрелять, у нее типа голова выходит. У нее есть вот этот Инкубус, который на все характеристики на слезы, они на него идут, он за нее стреляет, и у нее есть коробка вот друзей, она удваивает этих всех малышей, вот этих дополнительных персонажей. У трех вопросов ага крутой. Он просто какашку бросает и все. Он не превращает, оно просто, да, бросает. Она просто рядом с ним появляется какашка и все, больше ничего не делает. Ну что, будете выбирать персонажи? Хотя здесь, кстати, можно вот рандомно сделать. Рандомно. Ну да, это, наверное, ты другой не выбрал. А это просто роняет какаху, больше ничего. Ну так, кто-нибудь хочет увидеть какого-нибудь персонажа? Да, ну давай. Рандомный блок. И мы играем за...
рандоммены. За Самсона. Ну, Самсон. Самсон. Он мало чем отличается. Какой классный чувак. А он, кстати, да, он, видимо, один лазерный глаз. Ой, я буду лазерником. Да. А, не, смотри, он... Он из одного глаза стреляет. Я так. Такой даже артефакт есть. Да, я буду лазерником. Но лазер он слабый очень, зато бьет на всю комнату и постоянно его наносит. Правда, только одним глазом, поэтому не сильно полезно. А у него начальной бомбы нет, как у Айзека. В этом миллионе. Там можно было сейчас подорвать, так, а там еще один момент. Давай, резкие мухи. Сами сожглись. Я тут тоже в костер залез. Что лазер, наверное, часто стреляет. Это непонятно. Блин, ну почему ты не можешь брать ничего? Не умею. Видишь, ручонки-то малюсенькие. Mm. Чего ты ей не возьмешь? Да. Эй! Мухи стреляют, пауки бешеные. Ну и меня не ударило что-то из них. В этой игре абсолютно все зависит от удачи. Если тебе хорошая подборка артефактов выпала, ты пройдешь игру, нет, извиняйте. И просто урона будет недостаточно, потому что ты даже босса не сможешь убить. Да, ну хотя, конечно, тут ни на чем накатанием можно, но это если у тебя защита в таком случае хорошая. А так безнадежно. Это просто летает рядышком. Должна целую найти. Еще где-то, по-моему, был синий камешек. Блин, попался в маленький камень. Он такой классный, мне его добавляет. Его что-то все нет. Там еще был синий этот, по-моему. У тебя бомба? Я знаю, ты меня опечатал. А, нет, его лучше нет. Ой, этот маленький рог, он такой противный. Так, все, я вот сюда вот, короче, хотя он, кстати, прикольный тем, что он иногда сам залазит в костер и подрывается на собственных бомбах. А, мне пофиг, где я. Да, ты не можешь упасть. Блин, зачем я залез-то? Сейчас он начнет скакать и вполне может на собственной бомбе подорваться. О, молодец, какой хороший мальчик. Еще он в костер залазит частенько, он не очень много. Этот босс, кстати, появился только в Afterbirth, он в Rebirth не был. Давай, ну подорвись ты на собственную бомбу, я знаю, ты можешь. Не, он забыл костер. Молодец, он опять подорвался. И я не знаю, вон то. Во, вот это прикольно. Эй, только у меня половинка сердечка, почему? Почему у меня половинка так нечестно? Ну ты крайний вид берешь. Я же умер. А там, походу, была девочка пластырь или что-то. Нет. Опять половинка. С тремя половинками. И он стреляет в другую сторону, я не хочу его. Смени. Магнит, ну давай магнит попробуй. Только мне надо здоровье полное. Я пока уберусь. Ладно. Я не знаю, когда у меня будет здоровье полное. Вот сейчас. Ну да. Так, а чё? Я не стреляю ничем. Ты меня подставил, я не могу стрелять. Хотя я, может, предмет теперь могу пройти. Не знаю. А, ну да. Ну-ка, попробуй. Ну ты их не притягиваешь, вот если... А, я их брать могу. Круто. Только я стрелять не могу. Ну, печаль. Прячься. Все, я в камень залез. Вообще прикольно, кстати, фишка. Потому что тут зачастую они лежат так, что я без крыльев уйдет не могу. Или если карта без головы упадет, все. Ну, без головы, а конечно. Где? Да, крест хороший.
Крейв хороший. Тонарные сердца так можно брать. Может быть. Интересно, себе или мне? Нет, зачем? Я же не войну. Только прятаться теперь. Ну да, на время боссов его можно, кстати, переключать быть на выбор. Ну, или да, просто отключать. А интересно, ты его выбрать-то потом сможешь? А вот я убрал, например. Ну, а он останется, нет? Какой-то желтый странный. Ну-ка, подожди. Обратно убрал. А, вот он есть в магните. Его не убили, значит, он есть. А, вот этот, по-моему, золотой малыш, он при смерти дает монетки. А, ну ты таблицу почитать успел, что ли? Да. Я чуть-чуть глянуть успел. Есть очень классная Вики в этой игре. Без нее я бы много чего не нашла. Погоди. У тебя постоянно нет сейчас такое. Давай, что, вот. Блин, да какой магнит? Не хочу магнит. Во, будь золотой. Умру тогда тебе денег-то. За мою смерть. О, я вот сейчас тебе все могу собрать. А, мухи, аккуратно, мухи, не зажали, нет. А меня не ударили, ха-ха-ха. Я убежал. Ты сквозь камни можешь. А я еще и крест забрал. Да крест, ладно, он ничего не делает. Я заберу тебе все. Он выдает сердца. Пиу, пиу, пиу. Мне таблетку надо? Нет. Пиу. О, у меня тва сердечко было. Полтора тысяча. Подожди, возьми магнит, ты сможешь его бомбу выложить? В смысле выложить? Ну просто кинь бомбу, вон там возле синего камня попробуй. А какой кнопкой? Шифтом вот этим. Могу. О, можешь. То есть ты кроме стрельбы можешь все остальное? Да. А, надо поменяться пока. Этого нельзя терять. Так, ну вот и все. Монстрозы. Это самый, по-моему, первый босс, который мне попался в игре. Блин, комнатка маленькая. Да, ну усложнили. Это один из самых легких боссов. По-моему, Варин младше, только мне легче. Так, комната дьявола. Ну, я... Сделку заключать не могу, если хочу, чтобы мне попалась комната ангела. Поэтому я не могу. Я не могу взять. Магнит. Но он не всегда бывает. То есть малыши здесь тоже рандомно даются. Из тех, что можно выбирать. Тоже рандомно. Сейчас набор. Будет кидать из комнаты в комнату. Мухакили. Они ревут, слышишь, так хнычут. И мухами хнычут. Почему другие малыши к тебе закрепляются? Меня это возмущает. Особенно элитбой. Полезные, да? А прикол, ты наберешь защиту, все, я ее заберу. А этих мух-то? Ау! А их, кстати, в игре-то можно больше, чем трех. Меня. Единственное, что они собираются не больше трех. Может, я могу их набрать больше? Ну, а синяя муха все равно как меня летает. Реликвия тоже классная, синяя сердца выдает по времени. Или там от количества комнат, я точно не помню. А, блин, там стоп. Ура, все. До меня этим. Костью. Стоп. А, ты еще и одну черную подкушал. Удобно, да. Открытие было очень полезным. Меня опять плюнули. Так не бери. Ну это активируем, если не сможешь.
она вот именно что, не вредная, она просто да, бесполезная. Блин, опять не попал. А, вот она тоже. У меня, кстати, сильная стальная лист, когда у меня попадает, у меня это кровавая месть. Открывайся. Не стреляй в него! Ничего не открывайся! Открывайся! О, сразу два. Это было круто. Причем реликвия была сразу два. У нас сейчас есть 7 монет, в принципе, можно сходить посмотреть. Ох, вот лестницу было бы неплохо. Возьми. Хотя зачем, если ты летаешь, собираешь? Ну тогда ничего не буду брать. Возьми мне сердце. Ну ладно, бери. Я вот так сделаю. Же три. Тогда тоже разорвем себе здоровье. Ну ладно, реликвия выдает периодически черное сердце. Да. Возьмем. Уберешь? А. Я летаю, это все время все убить. Освеживаю. Ага, вредно. Чего мы раньше не знали? Мне взял. Ну не себе. А, вот это что за чувак? А, это тролль. Но он тоже, по-моему, без особых сил. А он при смерти, по-моему, выкидывает тролль-бомбу. Я тоже успел прочитать. Успел прочитать, но тоже. О. А сундук открой. Какой полезный чувак. Так. Только вот он бывает не всегда. Ну в этот раз нам повезло. Да блин, меня куснула эта хренота. Она разгоняется, когда тебя видит. Чё меня задело? Меня. А, это тебя задело? Да. Так, ладно. У меня снова три. Вроде... А, нет, вон с той стороны еще что-то. Блин. Так лабиринт. Хотя мы сейчас ближе к цели, чем были. Еще что-то есть. Молодой чувак с дай-ка сделаю тебе больше сердец. Половинку забрал тебе. Да. Чё, пойдём? Пойдём. Зубасу. Хочешь? Не мне шкирять здоровье тебе. О, ошейник отлично. Возможно, а дополнительная жизнь. Возможно. А возможно и нет. Да. Просто я могу либо умереть, либо начать с теми же, кстати, показателями в соседней комнате. Или даже в этом. Что-то я уже не помню. Он недавно не попадался. И если я еще возьму две вещи, связанные с Гарпи, с кошкой, то я превращусь в кошку. Да нет, он, кстати, не двигается, но он призывает много всего. Я так говорю, пока. Надо его облетать и за спину немножко стрелять, так что займись этим. Не проблема. Назад он не умеет стрелять? Нет. Отлично. Хотя нет, он стреляет, но не знаю, может, он назад. А блин, этот... там муха в меня стреляет. Этот не стреляет, он черный, он только призывает. Они еще здесь сделали в дополнении, что разные есть отличительные особенности босса. Они по цвету за это отличаются. Пять. Адская комната. Нет. Я жду все-таки, что у меня наконец будет комната. Ну что-то прям вообще никак. Сейчас у тебя еще сердце одно отниму. Ладно, не буду пока. Да почему? У меня что-то уже до сюда. Опять на темноту. Это все равно как-то. А, нет, два теперь. О, вот если этого чувака взорвать, повышается шанс, что выпадет комната ангела. Этого кидалу? Да. Либо если вы был темный, прощайтесь. Эй! Да, они резкие. Можно вот так вот из камня чуть-чуть высунуться. Ну или рядом стоять, чтобы выстрелить. Да блин, ну что такое-то? Эй, ты что-то подлецы. Блин, не летело. Так, я тебе отдам половинку. И сейчас два черных, знаешь. Та-да! Ладно, я сложил. Эй, иди нафиг! Надо вот того убить. Хнытика.
Блин, я не заметила в темноте эту фигню. Все-таки проклятие работает. Хорошо, что реликвия снабжает нас синими сердцами. Пауки резкие, осторожно, они очень резкие. Понос. Да. Блин, что темно. Я дважды в одного паука влетела. Сейчас пойдешь собирать. Угу. Так, где-то еще остался. Там где-нибудь. Собирай, добро. Чё у меня полтора? Ну ты же у меня берешь, а у меня крайне было половинчато. Да, блин. Я там где-то остался. Я не знаю где, но я где-то остался. Держись, пройди. Ты так резко сдриснул. Так у меня стреляли эти гады. Надо было убегать, спасаться. Блин, у меня попало. Смотри, ты все равно кнопки нажимаешь. Так, магазин. На тебе, черный. Да ты его сейчас собрал, слышишь? Да. Я уже, кстати, по урону разогналась. Но это сбросится на следующем этаже. Блин, какие они клюющиеся. Еще синенькая. Кошка. Да тебе целая. Так ты, а, видишь, дай обратно. Золотая какашка. Книга. А, тоже неплохо, она предметы случайно не кидывает. Батарейка. Черный сердце, прекрасно. Все равно этим телепортом пользуются, то бесполезно. Угу. Я этих мук с одного удара убиваю. Не у меня. Да я поняла. Ключ от всех дверей. Можно в магазин сходить, сходить? Можно. Красно, тут недалеко. Чуть-чуть денег есть. Что будет из чего выбирать, по крайней мере? В смысле? Ну, когда в комнате в этой сокровищнице будут выпадать два артефакта на выбор. И после босса тоже. А блин. Толстый. Да. Что-то он правда огромный. А, ну это я крик же взяла. Раздало тебя что-то. Mm. Что тебе копейку взять? Да. Этот может, кстати, с замедлением стрелять, возможно. Так. Я не уверен. Тройский. Все. Давай вот этого золотого все-таки. Ну ты еще пока... А, ну ты часто перескакиваешь, поэтому ни разу не можешь. Я их сбрасываю. Да. Второй, говорит, появился в сокровищнице. Что второй в сокровищнице? Кто второй? Ну вот когда вопрос этот берешь, то можно выбирать из двух предметов. Ой, что-то сейчас чего. А, меня съела. Пусть. Точно.
чё, один предмет ты наврала. А для чего тогда? Я помню, что или это белый, а золотой тогда что делать, я не помню. Фоска. Ладно. Может, на этом этаже он еще не активировался. Второй появился, но нет. Сразу так не было. Так. Ну, конечно, тупо, что он выдавит батарейку. И опять в камень спрятался. Вот самое неудобное в этой кровавой месте, что оно сбрасывается. У меня такой классный урон был в конце того этажа, сейчас уже нифига. Накопишь? А, ну да, с моим-то скиллом, конечно, накоплю. А, там не было. Блять, лучше уж книжку. Гульки. Попрыгунчики. Попрыгунчики. А, это серный. Серный. У которых голова червяк, вот у тебя червяками прыгается серый. Че, два ключа? Нифига. Ну, голова вот этой Тани, но она просто в разных стороны. В смысле, зачем мне соска? Ну, а, то, что я малыш летающий. Блин, о, у меня уже, кстати, урон подвинулся тут. Ой, сейчас падает. Еще больше стоит. Ой, какой большой урон, да? А, черт, что-то померло, да? Так, что ли? Ну, у меня реликвия снабжается. Знаете, целый. Да, ё-моё. Знаете, целый, не целый. Блин, тебя ударили, я как раз половину и взял. На один этаж или на весь? На один. Вот. Ну вот эту луну я ну, ни ладно. За что не буду брать. Мстящий мух. Ну да, если я получаю один удар, она кидается на всех врагов. В принципе, здесь можно налететь на шипы и еще повысить возможность появления комнаты ангела. Ну что-то я не заметила, чтобы это мне помогало. Ты тебе довольно твердый, знаешь? Ну, у меня урон уже довольно большой. А вот и жадность. Жаден, говядин. А если рандомного чувачка возьму? Не пропадут ли старые? Да. Пим. Сосиска. Эй, сосиска. Надеюсь, магнитный у тебя на месте. Магнитный? Да. Ну-ка, давай посмотрим. А теперь сосиску не смогу взять. Нет, магнитный нет. А теперь кто? Какой-то привык. Ладно, я сама скажу. Давай я открою. Ну так открывай, чтобы я бомбу не тратила. Тыцка. О, деньги. Тыцка. Здесь, если жадность была в секретной комнате, значит магазин должен быть нормальный. Почти. Так, теперь кто? Удивительно. Он, кстати, плюется, а не... Изо рта, да. Не стреляется. У него глазки прям малюсенькие. А есть, кстати... Кстати, гриб, который уменьшает врагов. О, нифига себе. Знаете, еще. Так у меня и так полная линия, их больше двух не может. Я их сейчас отберу, значит. Да, два полных, значит. Три даже полных. Этот какой-то с кошачьей мордой. Или сколько, а нифиг понят. Блин, зря я тогда его переключил. Я же тебя фактически отобрал. Да ладно. Сейчас реликвию еще не делать, если я не потеряю раньше. Это на магнит, но не смогу сейчас переключиться, чтобы тебе оружие за здоровье не тратить. Блин, надо с этим стрелять. А я в лицо его застрелял. Не знаю. Ой, там было, кстати, это камешек склада. Лев, блин. Кто-то бабахнулся. Сейчас. Вот он, камешек склада. Это наклад. Накладил. Да блин. У него вообще скорость повышается. Он заверил? Так а я сейчас опять тебя с сердца отниму. И что? Вот я тебе их опять отдал. Да ладно. Подумаешь. Сейчас опять отниму. Это какой-то зеленый странный мух, да?
Карта сокровищ тут где-то валяется. Карта сокровищ? Ее можно купить, она нигде не валяется. Здесь... А я не помню, черная свеча, по-моему, не активирую, может, типа... Да. У меня теперь к проклятию и плюс чего-то. А, злобность, черное сердце. Да. Ладно, дальше. Они тоже летают? Да? Ну, это тот же самый, это Ларри младший не летает, а вот этот летает. Мух, завис. Да не в меня! Я близко подлетел. Погоди, не бери синее сердце. Теперь бери. Что-то у меня... Из меня что-то торчит. Или у тебя кулон какой-то, типа, грибочки или листик. Я теперь буду рандомчиков тоже убирать. Ой, у меня визор не прошел. Зато мстящий не ходит. А, прошел наконец-то. Да, ну что-то. Селезенка, да, возможно, селезенка вывалилась. Блин, мне попало. Мне опять попало. Да у меня тоже, ты походу в костер еще залез. Возможно. Не бери пока сердце. Сейчас тебе сделаю еще. Чтобы у тебя было 3 сну. И 2. Теперь у меня король. Король с королем. Нет, не все. Ну-ка. Вон там монетка. Где валяется? Вон на карте нарисована. А, это в комнате. Это тяжелый спор. Нет, за карте. Тут еще секретно открылось. Очень секретно. Вот это таблетки. Дебильная таблетка. Она отбирает все сердца, кроме одного красного, и выдает случайно. Вон иди забирай. Ну там их не так много. 3 или 4 вон, но тебя не хватает. Они могут быть по половинке. Неважно. А, ну не хватает все тоже. Можно было к боссу идти, там сердце валялось. Сейчас заберу здесь. Так. А у меня, кстати, еще зарядилась книжка. Да ладно, мать. Четыре артефакта. Это там. Это брелок. Да. Он дает случайный эффект на комнату, и, если честно, немножко неудобно. Потому что каждый раз разный. Yeah. Полный рандом становится. Ой, блин. Не так рандом, а становится вообще полнейший рандом. Да. Чего я не... Ой, он очень простой. Что-то уже так далеко. А, у него сложнее этим кубиком с шипами. Обратно он кидается. И опять дьявол. Чуть не везет. Да. А я туда, кстати, так не попаду, только если взорву. Посмотрим, что там. Голова садовая. Не, нафиг. Я еще буду надеяться, что мне попадется комната с ангелом. Хотя уже далеко зашли так-то. Осталось буквально вот 3 этажа. Странные сны у него, конечно. Страхи скорее. Блин, опять бутсы ссоры. Хотя, наверное, сейчас уже по целому отнимают. Наверное. Ладно, позже придем. О, вот он, автомат.
Тут мы надолго. Ну как надолго? У меня всего 30 монет. Так, я отлечу в сторону, там вдруг тролль-бомба вылетит. Ну, она так далеко не ударит. О, то, что я хотела. Ну. И мне. Хотя ну, интересно, да, заберу. Если ты переключишься. Ну как, тебе уйдет или меня останется? Сейчас я не буду, чтобы сердцем терять. Так-то, в принципе, ничего себе не надо. О, второй мух, отлично. Вот если здесь могут прикрывать три каких-нибудь помощника, в основном вот можно вот этих дружелюбных мух, либо что-то еще там есть. Кусочек медбой. Мяса, да, вот этот медбой. Либо девочку-пластырь, клубок-пластырь. Есть еще толстый друг, такая муха здоровая. А, еще есть нимб из мух, он примерно тот же самый, что просто мух я насобирала. Тоже две мухи вот черные так летают. Не хочу двушку. Она полков нам додает. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Тайничок. Ну-ка попробуй здесь пол взорвать, Мишлавку. Вот. Да вон, видишь, что-то мигает вон на полу. Зелененький. Да не, это декорация, камешек. Это же типа сундук. Комната как бы сундука. Ну, видишь, постоянно что-то есть у меня голова на полу. Там свечки горят. Сердце его брать некуда. Все-таки классная штука. Все, что выдает сердца, это классно. Кроме красных, потому что иногда красный не доставать. Ну, в этом случае хорош бездельник. Темный. Зря ты сейчас черный забрала сердце. Пригодилось бы. Так я его заменила. А, синий. Да, синий, не черный. Черный это хорошо тем, что он еще ударяет. Ай, блин. Так идиот. Чего я в двери не вписываюсь все время? Ой, молоденький. Пау. На собой нет тебя. Пойти сердец набрать. Да пока еще рано. Что, тебе бомбу взять? Такую. А, хотя. Я могу взять вот эту фигню. Ну это артефакт, короче, и от урона пердит. А телец, он. А, телец получше, помнишь? Он за комнату накапливается и в течение через 10 секунд, по-моему, он начинает бессмертие у него быть, он других врагов не что-то такого. Слава говорит, взрывать не надо, где крестик нарисован. Я знаю. А в центре крестик нарисован? А не в центре. То есть в комнате там тоже где-то крест указан. Сейчас посмотрим. Скорость убавлена. Ну, не знаю. Зато дальность повышена. И вот еще этот эффект единорога. Смотрим, а в принципе можно. Ну, зря не волнуюсь. Да, там еще одно дополнилось. Ой, не, не, что-то... Я что-то опять в карту вставилась. Где крестик? А где крестик? Нет, здесь крестик. Ну, вот это что такое на полу? Ну. Тут везде на полу рисунки. Ну, ладно, у меня будет много. Можно взрывать камни, на которых крестик нарисован. Значит, взрывать нечего. Ну. Советчик. Можно, в принципе, проверить стенки, что ли. Как-то. О, еще повышение шанса появления комнаты ангела. Вызвала, убила. Доброе утро.
Тебе наоборот, надо в комнату дьявола, значит. Ну так мне ключ нужен. Поэтому мне нужен. Да, давай до этого всех убивать, чтобы тебя к ангелу тогда быстрее. Ну так мне и ангела убить надо. Всем смерть, да? Убить всех человеков, не только. Да. Так, чем у нас тут? Блин, как они кричат. Жутко кричат, кстати. Они не могут кричать, они давно покой. Только я в эту хрень впилился. Подожди. Бери. А, ты этим же не можешь. А-а-а-а. Микки Маус! Надо было таблетку забрать хотя бы. Могу. Какой-то страшный Микки Маус. О, мне как раз... Плачущий Микки Маус. Как раз одной мухи не достает. О, я пришла. Блин, я не смогу монету подобрать. Здесь на полу, по-моему, рисунки. Это просто рисунки. Я вижу, что рядом с автоматом. Но у меня сколько уж раз такое было, что что-то случайно взорвалось рядом. Обычно проходы в сокровищницу под камнями спрят. Потом не сможем вернуться. А какой у нас сейчас дальше, не помню. Второй дверь. Ну, возьмем. Можно. Микки Маус тащит. Да. Аккуратно он пауками прицельно плюется. О, мешок. Блин, а у меня денег нет. Мешок прикольный. Вместо денег будут выпадать вот эти мешочки. Ну да, в принципе, я могу. Но у меня Микки Мауса не будет. А что? Ну, играть и собирать деньги. Ну, это в автомате играть. А, ну да. Там еще одно синее сердце ломается. Надо сходить. Давай заберу. Блин, я хотел бомбу забрать. Только почему-то магнит взял два. Ну, теперь, видимо, равноценный обмен. Ой. А, надо менять. Та-да! Котяра. Нет, енот. Да, енот. Прикольный енотик. Такой удивленный. Сходить в ту с колючками, что ли, может там тоже что-нибудь полезное лежит. Не очень. По поводу сердца пока что отнималось. Значит, со следующего этажа пациента. Надо выбрать где-то черепов побольше и использовать. Вот. Достаточно. Угу. Надо врагов привез. Да толпа. Не я пытаюсь, чтобы в меня не попали. Сейчас взять тебе бомбу. Да, енотик не, пропал. Не обязательно не было. Ну все, что босс у меня. А, или подожди, в автомат поиграть. Я тебя пилить без него. Ты монетку взял. И пилюльку. Не надо было это брать. Я ее свою случайно использую, ничего хорошего. Интересно, если ты мне выиграешь, она упадет. Да я не выиграю. Да. Все. Все, пошли биться. Подожди. Блин. Чего ты там? Я хотел поменять же. Я же не могу магнитик убираться.
И я простой. Обычный. Музыка, блин, я саундтрек слушаю из этой игры. О, давай. Вот это эффект телефона. Я вот так буду из угла отстреливать. А эти? По глазам? О, она по тебе стукнула. Это была ее роковая ошибка. Так, ну что, опять? Мы тогда не дошли, так что... Как бы ключ все равно тоже опять не собрали. Да, что не получилось нету. Ключ собрать. Его можно получить только в комнате ангела, взорвав ангела и победив его. Он тогда пробуждается, там статуя, вот как статуя дьявола. Только там ангел. Да. Что-то на этом фоне вообще как-то не видать. Да блин! Больно как? А вот из этой синей должны мухи вылететь. А кстати, походу муха активируется, если в тебя попадает. Она ведь сейчас побила это. Я не понял. Как раз. Ну давай, окей. Взрывающаяся голова Боба. Ну, она полезна, но менять ее на книжку очень не хочу. А, ой, блин, прям во мне. И он меня заплевал. Можешь, хочу. Не буду пока сердце. И, в принципе, не буду. И, господи, какой страшный. Меня, в общем-то, мужик, кстати, защищает. Слышно, по мне реже прилетать стало. Какой-то злобнюк, прям злобный. Вампир какой-то. Но зато муха активирует. Взять бы еще что-нибудь мушиное, я бы стала вампиром. Да, враги достаточно прикольные. Ну, здесь, в принципе, такая рисовочка миленькая, причем атмосферная, все равно такое жуть. Пысь! Да не стреляй ты в него, он не появится, пока ты в него стреляешь. Так нечестно. Паровоз такой. Ага, ну это музыка такая. Ну, это тупо, конечно, было. Что-то батарейки столько не кидали. Ну да. Зачем мне батарейки? Я активирую этот артефакт и все снова. Возьми, что? Ай, косёк. А, я тоже могу. Это, смотри. Только а я стрелять тебя, кстати, не могу. Позже. А он и не может стрелять в этом состоянии. И у тебя позже активировалось и закончилось позже. Бери. А, ты не можешь? Да. Обалдеть, а я твою не попаду. Артефактик я не могу. Ну, в принципе, она только делает, что монеты иногда сыпятся с ударов. Так что, ну, в принципе... Какой-то... Это, типа, есть такой артефакт. Мутант-паук, вот он примерно так же выглядит. Не знаю, вот мы тут же вот как раз смотрим трансляцию, не лагает, все отлично. Вот эти, которые окровавлены, в четыре стороны бьют. Так в меня тоже попало, что ли, получается? Да, у тебя сердца не хватает. Я вроде быстро в угол убежал. Все-таки сердце не заканчивается. Так, вот так, угу. Блин, карта вообще плохо видно. На светлом фоне. На темном еще вроде нормально, но это не дает нифига. Что-то взять? Да нет, какой-то видок. На экзарда похоже. Твою мать. Я убился. Иисус. Я пришел ваши грехи отмыть.
Странно, что подлагивают. Вот мы тут же смотрим трансляцию, все отлично. Причем у нас получается канал забит трансляцией, идет трансляция, и все нормально да. идет. Еще к нам Иисус приехал. Маленький, но Иисус. Еще такой маленький, а уже Иисус. Голова без человека. Ай, и эти головы. Я спрятался. Иисус спрятался. Сейчас крест у тебя уместно смотрится. Да. Только тебя, кстати, можно на нем распять. А, вот, посмотрите. Нет, так близко к нему не можешь быть. Да. Он отлетает от меня. Мешочек. Ой, иди, иди, иди. Это я могу так говорить. Не, не ты. Ладно. Это руна Ера. Она удваивает предметы в комнате. Ну, там простые, которые... Всякие брелки и артефакты, естественно. Всякие бомбы, монеты, ключи. Да. Вот эти вот прыщи, непонятно, они тоже хитрожопые. К ним подходишь, они клюются и прячутся. Ключи они сейчас наблюдают. Не буду пока тратить, может, что-нибудь полезное. А, и сундуки, кстати, тоже убивают. А где это пьющий сундук? Пьющий. Пьющий. А к тому еще и добираться надо. Даже сундук пьющий. Да. Мало того. Ну все, пошли убить босса. Вроде все, карта, да? Вроде того. А, нет, не все. Нет, еще вот там одно в уголочек. Что, пойдет? Да пойдет. По голова хранитель. Кто же знал, что ты не можешь брать артефакт? Ну да, меч просто обычные вещи. Ой, этот подвеска не подвеска. Сколько сердец пропадает. Зря. Вот сейчас бы бездельника. Так, правильно, я думаю, ты опять на карту смотришь. Да-да, мне надо прям там выбрать. Это вот только кончик хвоста узи. Остальные не могут. Ну еще вон какие-то какахи, блин. А, у него взрывающиеся эти фигуры. Mm-hmm. О, у меня тоже заработает фигуры. Оно как-то чуть позже сейчас работает. Опять комнату делаю, лучше попробовать. Не прет. Еще не прет. О, Джокер надо будет на следующем туре. Да. Попробовать. 48 часов энергии. Это хороший ответ. Здесь не будет головы, не переживай. Да, очень лагало. А, это рейнджа. А там рейнджа. Не знаю, типа это визард. Нет. Визади. Визард. Это батарейка. Еще батарейка. Карта. Нет. Лучше Джокер. О, лопата, кстати, можно было бы сейчас прям в ад отправиться. А вот это вот. Она что-то дает. Перемотка? Какая перемотка? А, это не перемотка была, сработал эффект артефакта телец. И я была неуязвимая какое-то время моба. Можно бегать, таранить врагов. Да. Там буквально секунд 3, наверное. Ну, сейчас мама. Сердце. А, мама-то мы уже, да. А что по маме? О, вот и ангел. Я не знаю, есть смысл или... О, Господи. Что-то ты зазлобнулась. Попробуй сразу костер взорвать. Почему-то у меня... Рядом клинул с костром, чтобы я сердце... Я почему-то в барашка превратилась. Да. Нельзя. Один. А,
ну там сердечко. Если мне еще повезет, попадет с карты Бока. О, как мы быстро это было. У тебя урон-то почти полный. Второй не блин. Так. Ну так, что ж. Ну, только пол ключа. Да. Так что. Можем, конечно, пойти сейчас попробовать в храм. И там еще может попасться. В храм? Да. Я негатив взяла. Нам по-любому надо идти в темную комнату. А там может попасться? Да, может. Ну вот. Попадется в любом случае. Но если только я получу вторую часть ключа. Ну, я имею в виду, ангел может попасться-то. Ну, может. Ну, там еще две комнаты, как минимум, так что... Ну, я не помню, чтобы мне там попадался комната ангела. Ну, это рандом же. Ну, рандом. Ну, ни разу мне еще не попадалось. Вот если попадется карта Джокера, может быть. Бегом! Иисус всех затаранит. Так, все, что ли? Да, это наши пауки. Эй! Плевуны, блин. Иисуса ранили. Так, подожди. Да мог бы взять синее сердечко сам просто. Зато теперь монстр. Не Иисус. Микромонстр. А, у меня еще ключка заработала. Монет. Офигенно. Так. А Иисус-то был прикольный. Ну, да блин, опять не ударили. Ой, блин, я походу тоже наступила. Они еще слились. А, ну тебе-то все равно тоже. Да, у меня просто... Ткнулся. Крылья здесь полезная штука. Блин, убей его, а то он за мной повторяет. И за тобой тоже? Да! Я не думала, что он за тобой повторяет. Блин, здоровье тебя забирать уже, как ты сейчас стрёмно. Да ладно, нормально, сейчас пара комнат артефакт еще будет. Сейчас. Какой-то удивленный очень. Странный чувак. Руки. Сейчас, наверное, они, кстати, очень нет, обычно. Есть еще костяные арсеналы. Так. Ну вот. Давайте как-то выдал. Книжка какая-то. Это делает слезы самонаводящимися. Не надо. А луна перемещает. Комнату секретную. Тут больше шанс, что сердца может хорошие падать. Ну, я думаю. Ну, шанс невелик. У меня бы еще одну руку. Не такую. Иногда обычно выпадает. Плохие, типа. Хотя можно забрать карту из сердца. Она потом пригодится. О! Чувак, мы тебя взорвали. Ничего лично. Вон этот банкомат взорвали. Сейчас покажу. Прям будет лично. На один этаж. Называется I can see far. Погоди. Ну не факт, что мне. О, бомбоголов. Прикольно. С фитильком. Все, закончим средство. Надо идти. Автомат позвать, крови взорвать. Да, все. Прикольная музычка. Эй, 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 эй. А, не ударили такой. Муха, я еще уже успела где-то ударить. А меня нет, меня не били. Муха активируется. Так, а здесь с этим... Да, можно попасть в комнату вызова. Которая на минимум здоровья. Давай, жесткая. Будет пробовать. Давай попробуем. Я же человека-бомба. Я здесь уже была. Окей. Сейчас мы его два ствола так разберем. А, блин! Блин, задело меня. Ну, зато мы помстит за меня. Теперь руки простые. Вот, вот. Так, ну там фигня какая-то упала. Это брелок. Я не помню, что он делает. Но
Ложка пауков продает, так что и мы там тоже скучаем. Ну, не скажу, что сильно сложно было, но все равно по удару-то мы получили. Да. Монетку не получили. Блин, жалко, что ты кнопки нажимать не можешь. Эл! Я в горящее говно залез. Че-то я это, испугался. На тебе синее сердце. Сейчас вот. Дай мне. Че красный? Че у тебя изо рта? Язык зеленый торчит. Что-то у меня уже раскачалось так нехило, с такими слезами. Здоровье. Я у тебя наворовал дофига. Ну да ладно. Элик мне сейчас еще подкинет. Скоро. Блин. Ты так пищишь. А что меня ударило-то? А, плюнуло, плюнуло меня что-то. А у меня... О, у меня заработало. У тебя чуть позже срабатывает. Так уже не надо. Ну да, мне не особо-то не надо. Осторожно, они разрушаются. Бляха. Сердце. Кто я теперь? Дурак. А, нет, это карта. Акула. Это карта дурак. Кто я теперь? Дурак. Что-то у меня сердца не хватает. А, ты же мне вернул. Да, я красный тебя забирал, потому что... А, почему мы дальше не пошли? Там у тебя комната еще в конце. Я думала, это сердце вернется. Вот. А, ну давай сходим. Хотя там можно через секретную комнату повернуться, там забрать. А, только глаза. Где это я? Аккуратно, они на 4 стороны ходят. Которые на 4 А еще вон там одна комната. Ну, дальше, внизу, направо. Угу. А вон там камешки, посмотри. Листик. Вон там сердце в следующий момент. И вот и... Аркадный тоже. Закинуть сердечко. Ой, эти, господи. Ничего. Шарль Буй. Типа того. А, что, достать не можете, да? Скривень сорвался. Он очень чувствует. Я не могу. Вон синий. Ага, просто. И вниз. Аккуратно. Эй, лучше. Что-то они за тобой пришли. Да вы гады, что ли? Вы охренели. Так, теперь... Мистер Хэнки. Да, это мистер Хэнки. А чё взять-то? Так, сейчас будет... Я сон. Теперь просто плачущее говно. Тогда уберусь. Или как? Да нет, то это не быстрее положим. Или что, ты не выдержишь потока слез? Не знаю, посмотрим. Пошли, ладно. Я же тебе все равно добавлю немного урона. Ну конечно, ты так нормально добавляешь. Блин. Да блин, у меня слеза, пожалуй, в смысле, это глаз у меня. Глаза мои. Глаза. Все, я умру. Так, надо сходить, наверное, собирать, посмотреть. Прежде чем идти дальше. Монета офигенная. Не говори.
Он там же валялся. Там сердце, а я их беру. Но все равно на обратном пути пойдешь, заберешь. Да, мистер Хэмкейн. Недолго выжил. Головой тут да. Случился. Ну, в принципе, две мухи меня тоже нормально защищают. Но когда их три, они, я вообще почти не узнала. Но все равно ходит. На следующий этаж пройдет. Ты сейчас, наверное, так же... А, я не дошла до сердца. Поиграла в автомате, забыла. Все мы геймеры на такие. Пока играем, ничего не замечаем. Сейчас я, наверное, так же у тебя заберу красную. Вообще, это что такое? Шахтер какой. С красным носом. А может это игра с пиланки-то от него? Черт возьми. Так, мы взяли. Негатив ты брал, значит вниз. Значит идем в парк. Какие странные у него кошмар. Музычка вот зажигается. Да, господи. Господи, как это сильно. О, боже мой. Да, страшно. Анусы очень сильно стрелять начали. Да тут все очень сильно стрелять начали. Ну, это как бы ад уже. Здесь очень много боссов. Как простых врагов. Единственное, что мы показываем здоровье. О, я отключилась тоже. Блин, я взорвался мухой. Ладно, я не буду тебя здоровье забирать. Сейчас уже как-то... Боязно. Там уже один висит. Ой, эти многие такие враги. Они долго так убивают. Попадают все время. Я на них налетаю. Блин, у меня полтора сердца. И возможно одна жизнь. Возможно. Ничего, не факт. Да? Но это не точно. Да. Эти вообще жестоки. Фу. Немножко легче. Ну блин, ну зачем мне бомбы? Сердце нужно. Так, я буду еще на сердце получила, да? Синий. Че, тащи. Куда деваться-то? Сейчас я тебе не буду мешаться. Блин, я тебе голову взяла. Да. Вернее, они скорее бесчелесные. Он куда-то разогнался, да. Еще будет ведь этот темный перед дьяволом. Он сложнее, чем дьявол. Хотя... Сердце. Опять эти гады. Опять весь. Чуть получше дать не могу. Ой, эти гады.
Зубастый сперматозоид. Он что-то уже начинает восстанавливаться. Ну, от шока. Я тебе не мешаю. Так что все нормально. Все под контролем. Кто тебе здоровье не сливает? Ничего уж. Ты больше приносил все. Чуть-чуть. А эти пищащие тварки. У нас тут много хочешь. Классно, конечно, секретная комната с говяхой. И мухой. И мухой. Можно и вверх, можно вниз. Ой, блин, я пока не сорвусь. Сорваться? А, это рыцарь. Так страшно. Что у меня урона-то? Еще не след оставляет, по которому не следует ходить. Неси. Да я обойду по порядку. Кругом. А, блин. Глаза стрянутся. Ну, что типа... Комната вызывает холодцы, недостаточно здоровья. А вот и на темный. Блин, два раза попадается. Ну, неплохо, кстати, не будет. Только он меня зажал, да, было. Ну, по нему стилит. Хотя я уже давно не вижу, чтобы мне паучков выдавало. Беги, ну! Рабочие дни скоро. Спите, глупцы! Ай-яй. Пустая. А, ну я все равно все открыла. От секретки вот там в сторону ты не сходила. Угу. Когда в следующий раз даст сердечко, беру. Дойдешь, если вдруг будешь побеждать, надо успеть не появиться. Чтоб тебе зачелся. Противно подходит. А, сатана в смысле? Да. А когда у него мало здоровья будет, я появлюсь. Ну, да. Если ты не умрешь раньше. Ну да, это хорошее замечание. Так что давай, тащи. Ну, сложновато, черный, тем более, что под конец раздваляется. Ох, это сатуна. Ну, сатуна так не очень сложный, но, конечно, тоже очень приятный. Твою ж ты. Перед ним, главное, перед лицом очень ходит. А зря я появился. Ой, ты этот, кто он, Стивен? Я буду бегать. Воюю, я буду бегать. Да у меня полсердечка. Я полсердечка. Тоже бегаю и стреляю. Я умер. Я намного появился. Ой, я Shovel Knight. Все. Я Shovel Knight. О, круто. Нет, это не Shovel Knight, не похоже. Сердечко. А не засчитался, что ли? Не знаю. А у меня ведь все открыто. Может, прохождение полное только зачтется. Ну и вот мы попадаем в темную комнату. И вы можете лицезреть неудачное свидание. Да. И ну, ключа мы не собрали. Ключа не собрали, так бы он так полетел в дверь, вставился и открылся бы. Без палочки. И сразу сдох. Блин. Хорошо, он прям в меня влетел. Опа. Чё, забираемся.
Сейчас я все-таки покажу вам сатану, но я походу его не пройду нифига. Здоровье мало. Да, у меня здоровье мало. И прокачка, конечно, оставляет жалко. Почему урон-то хороший? Ну урон-то хороший, но вот у меня защиты немного. А там сам видел, как будет Hellblade. Мне вот лишь бы ангел тут не порешил на месте. Сейчас мы поедем. Подъехали. Ухо слева ангела. Да. У тебя один сердец. Лучше чуть-чуть, да. А вот раскрылась комната. Ну что-то мне не верится, что я тут далеко сколько-то уйду. Да, с таким приколом. С одним сердцем и одной возможной жизнью. А возможно на одно сердце только просто. Либо в полную. Я, честно говоря, не помню, как ошейник работает. Ну, меня тут же мозг убил. Блин, ну не везу, хочу поделать. Ну почти до конца. Ну, что, вы продолжили? Смотри, как народ хочет еще один заход. Ну да, если что, еще повторим в следующий раз, может быть, будет поудачнее. Здесь ничего не поделаешь, у меня скилл не очень высокий. Здесь для меня я мешаюсь постоянно. Многое от удачи зависит. А играю я так себе очень даже. Ну что, народ, будем еще забег или хватит на сегодня? Оставим это, ну, например, на следующую неделю. Походу уже никто нас не смотрит. Пропустил, как погиб, но немного пропустил. Меня тут монстр убил. Ну да, тогда в следующий раз. Это, скажем так, пробничек. Да, ну это я тогда не буду выплывать. Я надеюсь, в следующий раз будет поудачнее. Ну смотри. Не надо этого. Ну ладно. Это не очень удачный забег, это очень даже неудачный. Ну, может быть, как-нибудь через недельку, может, на следующих выходных. Угу. Или ближе к моему дню рождения. Маленький. Посмотрим. Ну тогда как всем соберешься. Спасибо, что смотрели на этот дикий ужас. Ну и все, всем пока. Пока.